совместим, наверное. Всем привет, девчоночки и мальчушоночки. Возьмем блесточков. Чего-чего только у нас ведь нету мастеров. В принципе, здравствуйте, всем привет, 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 девчонки. Я буду потихоньку начинать. Добавляемся. Всем привет, привет, здороваемся. Посылочка пришла. Ура, Ольга. Все в целости и сохранности, Барселона. Ну-ка, ответьте, пожалуйста. Как там все упаковано? На совесть было. Добрый, добрый, добрый вечер, девчонки. Ой, 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 ой. Зашатала. Так, нарисуем какой-нибудь незамысловатый дизайник. Здравствуйте. Возьму лилак 10. Так, сейчас, подождите. Приближу. Все в таких зимних, уже осенних. У меня все до сих пор еще осенних. Зимних тонах у меня будет. Здравствуйте. Сегодня прям в зимних. До этого у нас были пастельки. Так. 10. Быстренько. Я буду, знаете, как девчонки, наверное, делать? А нет, у меня же там градиентовские замашки я собралась вам сделать. Все упаковано. Все чики-бомбони. Заполимеризуем. Топ матовый пришел, девочки, ура, ура. Кто просил, у нас его расхватали, выпили просто. Спасибо, Олечка, стараемся, чтобы все приходило. Поэтому девчонки писали мне, скажите, когда он придет. Я, в принципе, сторис и на сайте обновили то, что он у нас в наличии, но мне все равно девчонки в личку почему-то пишут, пришел или не пришел. Пришел, вот он, наш красавчик. Перекрываю матовым топом. Все будет в стиле посыпушечек. Примерно 30 секунд я заполимеризовала, наверное. Переверну и подсушу. Так, следующим этапом я приготовлю тоненькую кисточку. Ням-ням. Попробую ее на вкус обязательно, как она у нас. Так, возьмем, синий, наверное, будет шибко сюда. Давайте возьмем 77-й. Завтра будете пробовать базу, пробуйте. Думаю, что вам она очень понравится. 77-й. Без фильтров. Нет, у нас пришел сейчас с ОФ-фильтром финиш. Он шикарный просто. А почему вам хочется без ОФ-фильтра? Так. Приготовила два цвета. Салам. Пополам. Здравствуйте. Так. Все. Примерно подсохло. Да. Нормально. Приготовлю также пудру. Девчонки, какая у вас есть? Перевернулась камера. Вот так вот нормально. Девчонки, я проводила эксперимент
Вот именно топа. Девчонки, сейчас я, подождите, я тут отвлеклась. Ну ничего страшного. Ну, приедете как-нибудь, забегайте к нам обязательно. Так, я что-то так много всего хотела сказать, девчонки. Вот. Топ с липким слоем, который у нас обновленный. Он без фильтра. И он... я проверяла на белом. Вот он вообще не желтит. Сколько бы я ни сушила, ни пыталась пересушить в лампе белый гель, вообще не желтит. То есть какие-то топы, они, знаете, немножечко все равно какая-то есть вот аквариумность под ним. Не то, что даже желтит, а видно. А это что, вот белую полосочку сделала, не перекрытую, что рядом белую перекрытую этим топом, сколько бы я ни сушила, остается кипельно-кипельно белым. Поэтому, и он, смотрите, жидкой консистенции, то есть, как вы хотели и просили, пожиже, вот такой вот консистенции, носится отлично, суперски вообще. Знаете, так, все, начнем. Про пудру я хотела вам сказать. У кого-то, может быть, есть посыпушечки какие-то другие. У Эми есть, да, там сахарный песок еще как-то называется. Но он крупный. Можете брать любую пудру. Либо белую, либо прозрачную. У меня вот в моем сейчас случае белая пудра мелкого-мелкого помола. Ее хватает очень-очень долго. Тоже ее приготовила. И типсик. Потеняет, это да. Вы знаете, потеняет, это да. Вот я просто по поводу нашего топа, у меня точно он новый, да. Я просто сейчас проверила в лампе, чтобы наверняка, а то вдруг я. Так, и начнем. С чего начнем? Нарисуем полосочки же мы хотели нарисовать. Будем рисовать геометрию, девчонки. Да. А то, что я уже совсем заболталась. Нет, давайте сначала сделаем блестящую полосочку из вот много-много разных блесток. У нас по-любому у мастеров есть всякие разные такие. И вот желательно для посыпушек брать тоже мелкие-мелкие прям блестюшечки. Бывают они покрупнее. Я советую брать на посыпушки мелкие блесточки. Нарисую полосочку тогда, давайте этим же, наверное, 77-м. И возьму, наверное, я кисточку подлиннее для полосочки через всю пространство нашего типса. А типсы-то они у нас длинные. Я много болтаю, еще ничего никак не сделаю. Полностью купаю кисточку, прокручиваю ее. Полосочку нужно нарисовать толстенькую. Такой, как будто ремешочек. 77-й, мало. Иди ко мне еще, чувак. Вот там они тебя мало. Давайте я буду убирать, наверное, чтобы у меня фокус не бегал. И закрашиваем. А геометрия — это вообще полет фантазии. Мне кажется, кидай сюда эти треугольники, полоски, и все будет прикольно и шикарно. Скажите же. Еще у нас придет классный блестящий гель, с помощью которого я очень люблю тоже рисовать всякие геометрии. Рисовали полосочку и присыпали ее блесточками. Несколько этапов, девчонки, присыпали, стряхнули. А вот здесь у меня что-то на
насадилась. Какой-то мусор лежал у меня в блёстках. Еще раз. Да разню, да. Присыпали, подождали, когда во все слои нашего гель-лака все впитается, стряхнули. И полимеризую. Все, блестки нам больше не пригодятся. Много их больно-то и не надо. Теперь эти же гели. Хотя можно взять, например, голубой, синий, что-нибудь. Давайте, знаете, как сделаем? Немножко затемним просто. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо за сердечки. И за приглашенных читателей. Благодарные мои подписчики и смотрители. Стряхиваю излишки. Смотрите, какой уже красивый, веселый дизайн получился, да? Скажите же. Так, ну и накидываем какой-нибудь дальше. Слушайте, а мне не надо было мешать, у меня блестки темные получились. Не хочу, я хочу, чтобы более контрастно это выглядело. Все-таки 77-й возьму это гликовый. Ну, в смысле, готовый просто. Очень такие простенькие, очень красивые, девчонки. Комбинировать вообще эту геометрию можно и днем, и ночью, хотела сказать. И осенью, и зимой, и летом, хоть когда. В любых просто оттенках и цветах. Пришла осень, мы все это... сделали пастелечкой, да, нежной какой-то. Маленький треугольничек поменьше. Здравствуйте. Нет, мы только начали. Вот мы нарисовали только полосочку и припудрили ее блесточками. Девчонки, сразу другим цветом, но я не люблю. Я люблю, чтобы у меня переживаю, чтобы, короче, все хорошо просохло. Присыпаю. Видите, несколько этапов. Оно у меня там вот немножко постоял-постоял и блестеть начинает. Видите? Сырое еще. Пусть еще больше пудрочки впитает. И будет дизайн более пушистый и красивый. Стряхнули и отправили немножечко посушиться. Теперь беру... Ой, я охреню. Слушайте, мой год, походу, будет. Хрюнделя. Это мой любимый красавчик. 72-й. Уберу в сторону и переверну листочек. Дабы крышкам здесь делать нечего. Оп. Оп. Короче, бесполезно. Стряхиваю.
включаем фантазию и разбрасываем свои геометрические штучки по всему типсу, там, где нам хочется, короче говоря. Тик-тик-тик-тик-тик. Вот я очень далеко делаю это от себя, у меня трясутся руки. Мне хочется сипсик засунуть себе прям в нос. Если хотите, конечно, можем что-нибудь еще добавлять до бесконечности. Но нам хватит пушистика. Так, еще какое я хотела вам показать. Что-то типа вроде, ну, помните, говорила, ну, градиентовского. Что-то типа градиентовского. Так, у меня подготовленный тип запиленный здесь. А какие я цвета хотела? Давайте возьмем 22-й, также 77-й и светлый 10-й пусть будет. Да, сейчас я вам пока этот отрисую, тот просохнет, я вам покажу. Говорим, представляешь, как здорово. Здорово. Мы тоже с ней разговариваем иногда. Давно уже, кстати, не болтали что-то. 1000 лет уже как не болтали. Вот как бы мне нарисовать это ровненько, так, чтобы не пришлось ничего тут делать. Хочу просто показать легкость этих дизайнов, чтобы не заморачиваться. И все равно, как это эффектно всегда выглядит. Даже несмотря на то, что мы тяпа-ляпа торопимся и быстренько-быстренько. Музыка перебивает голос. Очень громко, да, девочки? В тот раз вроде никому не мешал. Сейчас убавлю. Так. И посушу. Сейчас я убавлю немножко. Просто не всем нравится рок, поэтому и кому-то перебивает, мне кажется. Так вот получше. Так, и что, я забыла совсем. Теперь мне нужны все те цвета, которые я уже использовала. Я тихо говорю, да? Тихушница. Так, 77-й у меня уже есть. 22-й. И 10-й. Да, Луиза, я вас не читаю, да? Паразитка.
про золото с серебром. Я уже сказала девочкам, но я пока не показываю, не показываю. Не говорю, потому что это будет все попозже. А я сказала, что у нас уже пришло, я девочкам покажу эти дизайны, кстати, мы с вами потом с ними тоже прессуем золотом и серебром. Сушу. Так, смотрим. Стряхиваю. Могу взять прям вот такую вот щетку и хорошенечко пошрудить ей. Не бояться. Все, что лишнее, у нас спадет. Ой, а что-то я здесь пропустила. Здесь можно было. Ну, в принципе, и так. Вот такой вот это красивый получился у нас дизайник. И легенький, да? Так, дальше. Смотрите, я, помните, с вами мы мешали гель-лаки, чтобы они были погуще, с пудрой. Давайте здесь мы замешаем так же. А в следующий раз я покажу вам, как еще можно это сделать. Чтобы был погуще и не убегал. Да, зимушка, зима. Везде присыпала пудрочку. Делаю замесики. Здесь у нас 10-й. И, блин, у меня такое зеркальце страшненькое, да, стекло.
Чего? Луиз, вы же знаете, как я люблю кушать. Неужели я за 5 часов не сдохну? Сдохну же 5 раз. Креветочками. Я очень люблю морепродукты. Кисточку вытираем. Следующий будет светленький. Подполимеризовали. Стряхнули. Тороплюсь. Некогда мне. Ждать тут. И косички поехали дальше. Девочки, это все делать поаккуратней. Поближе к носу. Не из-под выпадыворта. И не на расстоянии вытянутой руки. Сейчас я вытру. Все-таки я дотронулась друг до дружки косами. И тогда будет шик, блеск, красота. Так, продолжение. 1, 2, 3, 4. И раз. Чик, чик, чик. Все. И зашерудили. Снег пошел, пошел снег. Идет. Все, кончился, ушел в лампу. Шушится. Следующий дизайн. Нон-стоп, короче. Дизайн и нон-стоп. Где мой готовый типс, который я, наверное, опять для посыпушек? Нет. Так, сейчас я его еще раз немножечко. Это вечно все торчать начинает, когда рисуешь. Здесь у нас будет вертикальный градиент. Смотрите, как мы его сделаем с вами, Юрка, быстро. Надеюсь. Без вас у меня получается. Без перископа, без телефона под носом и глазами. И когда я держу типсик близко, без трясущихся рук. Так. На половинку типсика наносим 77-й. Сейчас у нас будет такая серия в одном тоне, короче. Прямо курс, да? Тоненький слой, один слой нам хватит. О, пирожки с капустой люблю. Вообще люблю пожрать. Я вообще всеядная. Единственное, что я не люблю из зелени, там это кинза и петрушка. Ну, наверное, все, что я не ем. Остальное... Я ем... Нет, кстати, я очень люблю животных, и поэтому я не ем кроликов, лошадей. Короче, ем говядину, свинину и курицу. Для меня это, ну, продукт, мясо. Когда я начинаю вспоминать, что это животное, я тоже не смогу, короче, есть. Могу плакать, сидеть. Так, 75-й взяла. Их пеку и всем раздаю. Стык прокрашиваю 75-й, положу, уберу излишки с кисточки, так, чтобы не переводить. Вы, конечно, можете взять кисточку какую-нибудь, да, но Дубровский не ищет легких путей. Вытру ее немножко об салфеточку. И вот так вот размешаю прямо этой кисточкой зигзагообразными движениями. Тоже, девчонки, я тут стараться не буду делать прям градиент градиентовский. И лежачей кисточкой вот так вот и начинаю потихонечку гладить серединку
Немножко зайду на светлый цвет, пойду на серединку и зайду на темный цвет. И еще поглажу, поглажу, поглажу. Все. Такой градиент у нас по-быстренькому получился. Под кутикулью затекло, меня это раздражает. Сука, кутикула это, кутикула на типсе. Ну что ты за кутикула? Ладно, немножко потерли и посушили. 2 секунды. Не слышу восторженных возгласов. Так, ладно, не хотите с ним разговаривать? Не разговаривайте. Беру опять же, здесь у меня 77-й, но я возьму новый 77-й и сделаем мы его по-другому, погуще. Так, 77-й сюда же. Ой, что я говорю? 72-й. 75-й. Капельку сюда. И промежуточный. Это у нас будет между... Где-то в градиенте. У меня такое ощущение, кроме Луизы и вот еще девочка. Как правильно? Смисси. Так, я же вот этот вам еще не показал. Больше у нас никого нету. 34 человека все сидят и готовят жрать, походу, как Ольга. Вот такой вот дизайн получился. Если вы будете присыпать это прозрачной пудрочкой, девчонки, я тут. Такая, слушайте, напросилась я на это комплименты. Видите, несмотря на то, что там неаккуратно было, херас два. Так и должно быть, это свитерочек. Присыпая прозрачной пудрой, у вас будет тон в тон вот эти вот переплетения с нижним цветом. Будет совсем по-другому, кстати, смотреться. Что, у меня просто пудры нету. Прозрачный кончилось. Вот так вот у нас получился градиентик. Смотрите, как. Можно было еще немножечко погладить. Что чат не видите, думали, да? А что, куда он у вас делся? Всплыл. Топом без липкого слоя матовым перекрываем, полимеризуем. Так, как мы их сделаем погуще? Я возьму белый гель. Наш белый гель скульптурный. Он, видите, такой густой. Им можно рисовать тоже всякие объемные дизайники. И накапаем. Перемешаем его. Для того, чтобы рисовать объемненькие. Еще капельку. Это наш промежуточный цвет посерединке будет. Градиентовский. Добрый вечер. И еще капельку. То есть, если у вас смущают вот эти вот пудровые замесы. Вот видите, пудра. Видите, она какая густенькая. И вообще она потом вступает в полимеризацию и начинает застывать. То есть в реакцию, то есть вступает и начинает застывать даже, представляете? Можно прозрачный скульптурный, да. Еще лучше будет тоже, кстати, не то, что лучше, а вообще, в принципе, он просто не будет менять цвет. У меня опять, видите, высветлился за счет того, что белый гель. Любым густеньким гелем замешали. Нету у вас, например, да, девчонки, смотрите, какого-то пастельного. Есть, например, яркий синий, да, капнули чуть-чуть, взяли белый гель, скульптурный, много, замешали. Вот здесь, да, получилась пастелечка такая. Блин, вам не видно, да, что пастелечка, мне кажется, у вас там темнючий такой. Возьму еще капельку. Ну, допустим, да. Получился нежно-голубой пастельный цвет. Которым
Очень легко можно потом нарисовать какие-то объемные тоже дизайны, вензелюшки, не знаю, там что-нибудь, полосочки, там точечки, не знаю, там что там рисуют, какие-то паутинки вот эти вот, да, то же самое, девчонки, вот вам, пожалуйста, паутинки. Ну, конечно, она не так тянется, я уж вам к примеру говорю. Там или объемные какие-то. Сейчас я вам набираю капельку. Вензелёшечки. Ну, это уже все, я не по теме пошла. Так, у меня фокус где угодно, лишь бы не на чипсе, да? Набираю капельку, ставлю. Какие-то зимние, да, вот такие там вензеля, мотивы и все остальное. И это будет все вот такое вот объемное. Так, ну я это вам по-быстренькому накидала. Продолжим то, что мы хотели сделать. Все, и теперь в технике опять какой-нибудь вязанки рисуем. О, я придумала. А, у меня не отпускается. Хочу опустить стул. О, какая прелесть. Оказывается, можно сидеть ниже к телефону. Ой, к типсу. У меня же стул опускается. Не обязательно гнуть спину. Тем более, когда пузо на 9-м месяце уже мешается немножечко. Я бы вам так сказала. Ну, не мешается. Пусть оно будет еще месяц. Пусть сидит на месте. Так. И поехали. Здесь у нас будет пусть вот такие вот кринди-бобельки. Спасибо за сердечки в моем левом глазу. Вот уж я водитель хренов. Левый, правый. Знаете, как мне тяжело вспоминать, какая рука, какую сторону повернуть, какой глаз левый или правый. Вот слева-право у меня очень большие проблемы. Мне все время приходится вспомнить, какой рукой я пишу, кушаю там или рисую, например. Значит, это право. А сходу водителю такси, например, я могу кричать «Направо, направо!», а сама махать, например, налево. Это беда. У вас есть такие проблемы, девчонки? Слушайте, вот вы со мной сегодня не разговариваете, и все. Луиза, не врите, у вас тоже есть такая проблема, мне кажется. Мне кажется, мы с вами разговариваем, что у вас тоже так же. Что вы мне сейчас вот сердечки своей право-левой рукой долбите? Как-то муж... Как... Анекдот начался. Как-то муж спрашивает. Он за рулем, значит. Анекдот, девочки. Читаем. На реальных событиях. Цвет светофора. Какой горит цвет светофора, спрашивает муж Луизу. А Луиза, на секундочку, художник. Оранжевый.
горизонтальный, знаете, почти так же, как я сейчас. Намотали, нафигачили. И вроде даже получается у некоторых какой-нибудь веерной кисточкой. Потому что я не тренируюсь. Вот, я знаю, что вы мне сейчас скажете. Потому что я его не люблю. Если бы я его любила, я бы его делала. И он бы у меня получался в 3 секунды. На самом деле это так. Найду. Сейчас все равно найду. Ты. Ду-ду-ду. Я же еще певец. Вы не знали? Все. Опаля. А где у меня один? Вот он дизайн. Сделали мы с вами три целых таги дизайна. Вот так вот. Я тебя спасибо большое. Спасибо, девчонки, за сердечки сиренево-желтые. Спасибо, Олечка, здравствуйте. Так, подсушила, короче, у меня нет терпения. Стряхнула. Вот такое у нас сегодня с вами получилось. Если поменьше болтать, я думаю, что это очень быстро и легко. Правильно же? Цвета разных закажу. Ду-ду-ду. Я вам сейчас... Блин, у меня 10-го номерочка нету. Ну, это зимние, прям зимние-зимние, да? Вот такие номерочки мы использовали с вами. Девчонки, я просто поставлю, у меня это очень старые мои уже. Кто-то, если помнит, у нас раньше были вот такие вот бутылечки маленького размера. А 10-го у меня нет, еще 0,0,10, короче, вот. Скринанули, посмотрели. Будем выходить с вами еще. Старайтесь делать это аккуратненько, себе под носиком. Торопитесь, как я это люблю. Потому что мне хочется успеть просто вам показать, а не выколебнуться, как все круто. Я ж такая. Спасибо, девчонки. Самое главное, что они однослойники. Очень легко, видите, как бы и градиент в один слой, да, улегся, и перекрытие, и все-все-все. Экспериментируйте. Всем пока-пока. Выйду еще завтра, послезавтра. Будем с вами рисовать. Пока не скажу, что. Пока еще потому что не придумала. Вот с этим я уже в тот раз знала. Кстати, те дизайны у нас вот. Здесь у нас были совсем легенькие. А в этот раз я вам пообещала что-то с градиентами. То есть от легкого... Ну, такому более, может быть, сложненькому, интересненькому уходим, да, с вами. Я же говорю так, для новичков такое все легенькое, пушистенькое, зимненькое, быстрое, очень самое главное, эффектное. Сейчас минимализм девчонки любят. Всем пока-пока-пока, девчонки, спокойной ночи, приятного аппетита, ужина, завтрака там и все остальное. Всем пока, целую-целую, всех люблю. Будем с вами скоро, завтра, послезавтра на связи опять.